Итак, в понедельник состоится родительское собрание. Если кто-то из ваших родителей не придет, я буду звонить лично. А если наши мамы узнают, что мы с тобой на биологичку наблевали? Да мне кажется, они должны. То есть, помнишь, что она тогда нам сказала? Все нормально, это естественно. А то, что мы кабинет химии случайно взорвали, тебя не смущает? Нам лучше не говорить мамам в собрании. Согласна, все, договорились. Паш, я не поняла, а в понедельник родительское собрание, что ли, будет? А ты откуда знаешь? Точнее, я хотел тебе рассказать вот сейчас прямо, хотел пойти. Так откуда ты узнала-то? Да мне это, мама Насти рассказала. Че? Я надеюсь, что про тебя мне хороших новостей ждать. Да? Я тоже надеюсь. Ну ладно. Настя! Стой! Мы же договаривались не рассказывать. А что, твоя мама тоже в курсе? В смысле тоже? Ну, моя мама узнала от учительницы. Она, походу, теперь всем звонит и предупреждает. Все, Пася, пошла. Хорошо. А ты чего перепугана-то? Мама, ты меня потом ругать не будешь? А что, ей за что ругать, что ли? Да нет. 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 С чего ты взяла? One hour later. О, Марик, привет! Привет, привет! Ой, да не переживайте вы так, с вашим сыном все хорошо. Ой, ну и слава богу. Ой, ну что там, как твоя-то? Ой, да начинаю выходить, это сразу такая... А, ты меня точно ругать не будешь? Так буду, конечно. Аналогичная ситуация. Дочь у вас умница. Ой, ну это радует, это радует. Ой, да хоть срач в своей комнате уберут наконец-то. Сейчас придем домой, там посуда помыта. Полы пропылесошены, полки протерты, ну красота. Теперь мне нужно поговорить с мамой Паши и мамой Насти. Господи, что случилось? А ваши дети наблевали, это еще мягко сказано, на учительницу биологии и взорвали кабинет химии. Мария. Здесь. Петя. Тут. Анастасия. Наличие. Так, Алена. Я здесь. Так, Ботан. Тут. Какая-то девка. Я здесь. И Вьюгин. На месте. Молодцы, все здесь. Татьяна Михайловна, мы будем сегодня писать тест, вы не забыли? Что? Ну, так как сегодня все на месте, умнички, я, скорее всего, перенесу тест на следующий урок, чтобы у вас было время подготовиться. Да. Караганди, ты где? Сплю вообще-то. Ты в школу не собираешься? Нет. И жука, паштет, бегом сюда, не собираюсь из-за тебя еще тест писать. Давайте мы тогда с вами разберем предложение, да, у доски. И к доске пойдет. Вьюгин. Кто музыку выключил? А где Вьюгин? Пишем тест. У тебя чё? Маша? Да. Чё пишешь? Да мне Геля помогла. Зай, у нас нет такой в классе. Да нет, это просто репетитор по ЕГЭ. Я написала в директ слово текст, она мне скинула файл, где она раскладывает задание по тексту, на выполнение которого теперь займет всего 10 минут. Скиняк? Да, конечно. Спасибо. На твоем поместье я не упускала возможность готовиться с топ-преподом. Ссылка в шапке профиля. Два плюс два, четыре. Алена, и урок через 4 часа. Давай быстрее. Фух, успела. Барьер. Все, сейчас стою, мам. Не сейчас, а сейчас. Вот не дай бог, он сейчас не встал. Ну ладно. Какой вообще смысл приходить на музыку? И раз, и два. И раз, и два, и раз, и два. Моя жопа джуси. Ха, кутюра пусси. А теперь вокал. Весело, конечно, тут у вас. Но я пойду. Повторяем. Повторяем. До. До. Ре. Ре. Ми. Вьюгин. Вьюгин. Ну а домашним заданием у вас будет сочинить песню. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Вижу тебя. Вот все, ты сейчас опаздывают. Я буду писать докладной. Паш, ты спишь? Нет. А что глаза закрыты? Слушай, зрение экономлю. Короче, мне кажется, тебе лучше не приходить.
Я и не собирался. Прикиньте, мы сейчас проходим. Многочлены мы проходим, да? Так, где мой кабинет? Надо найти. Ой, Маргоша. Все, я звоню классной. Здравствуйте, у меня же все нервы на исходе, понимаете? У меня же все нервы на нервах. Да, сейчас приду. О, господи. Пол класса опоздала. Да-да-да. Нет, я считаю, да? Я считаю. Это вообще неадекватное действие. Это очень плохо. Ну все, я могу идти. Хай, бич! Алена! Паша, беги! О боже! Бай, бич! Ой, Мьюгин пришел! Садись-ка на третий ряд! Ко мне поближе! Ладно! Ну что, кто к доске пойдет? Я пойду! Татьяна Николаевна, заберу детей на прививочку! Какая прививочка? Мы контрольную пишем! Ну давайте хотя бы по частям! Первый ряд, пойдемте! Я спасена! Чего? Какая прививка? У меня, между прочим, освобождение. Что? Идти в класс? Хорошо. Иду в класс. А может и не в класс? Так, все всем сделали. Я пойду. А где Настя? Токи, я зайду. И где ты была? А мне вот сказали в класс сразу идти, вот я и пришла. Уже всем сделали. Ты 20 минут шла? Ну да, я медленно хожу. А чё это мы не спим? Мам, ты меня разбудила. Разбудила я его. Ты обувь мне через 4 часа на учёбу вставать. Даже кошка спит, один ты не спи. Вот если ты будешь так же продолжать ложиться в 3 часа. Ой, не звонит, так все не пойму. Ну вот из-за тебя я не выспалась. Из-за тебя, и это всё из-за тебя, всё. Ой. Тебя долго ждать, Анастасия? Это вас как долго ждать? Если вы не придете через минуту, я буду вызывать ваших... Ой, Покер. Паш, ты где? На уроке. Каком уроке? Тебя же отчислили. Вообще-то нас обоих. А почему я не знал? Ну потому что ты ходишь один раз в неделю на ИЗО. А если на математику придешь, так это вообще событие года. Событие года, говоришь? Да, ну я думаю, это надо как-то отпраздновать, да? Своим уходом. На мой инс подпишись тогда уж, если досмотрел до конца, чё? У меня там весело. Мама, я пораньше лягу. Пойду поем. Меня уже идут бить? Влюбленные, беззаботные, счастливые. Как известно, аферисты промышляют в любых местах. Пашенька, вставай. Я не хочу. Да блин, мам, все, встаю. Так посмотри, какой костюм красивый. Сейчас, подожди, сфоткаю тебя. Так, сейчас придут гости с детьми, детей берешь на себя. Да, хорошо. Чего? Мам, ты можешь сказать, что меня нет дома? Мам? Привет. Привет. Так, иди за мной. Так, сейчас включу тебе мультики. Маша и медведь. Паша, гости пришли, иди поздоровайся. Так, ладно, все, сиди, смотри. Вырос-то как. Ну прям жених. Я помню, как он еще на горшок ходил. Минуточку. Ты что делаешь? Поаккуратнее, можно? Все, стой. Мама, когда гости уйдут? В смысле? Когда надо, тогда и уйдут. Паша, я тебя уже 10 минут жду, ты где? А зачем ждешь? Паша, урок через 5 минут. Туки, можно войти? Причина опоздания. А мы... А что мы? Честно, я вообще не понимаю, что за хрень что-то происходит. Давайте по чесноку, к чему вся эта ложь? Паша проспал, я его ждала. Все.
Ой, волосы выпали. Вы опоздали на 3 минуты. Вы как собираетесь экзамены сдавать? Ну вообще-то они опоздали на 15 минут. О господи, так вы вообще не сдадите. И что? Нам теперь что, за 2 часа до урока приходить? Алена вообще, вон, за 3 часа приходит. Вообще-то я прихожу за 4 часа. А Татьяна Николаевна кое-что о вас не знает. Что вы вчера сделали? А, Ален, а сколько будет 2 плюс 2? А вы знали, что они вчера... 4. Ален, а сколько будет х плюс y в квадрате? И я все своими глазами видела. Так надо посчитать. Что? Кто мне помогает? Да у меня ссылка в описании профиля есть, переходи. Так, 115-й, 115-й. А где 115-й? Может здесь? Здрасте. А у меня что, новый класс? Паша, ты где? Кабинет ищу. Извините. Ха-ха, так я его тоже полчаса искала. Ну, короче, поворачиваешь налево, потом идешь до конца коридора, то есть прямо. Все, понял, сейчас приду. Давай. А куда идти? 300 чего? Ну, вроде он. Так, раз, два. Хай, бич. Причина опоздания. А я кабинет искал. Ой, ну все, хватит. Но это не отмазка. НБшку, кстати, тебе уже поставила, мог и не приходить. А? Да? Бай, бич. Куда? Вторую поставить. Тогда не байбись. Боже, первый раз в кабинет вижу. Да чтобы я еще раз к первому уроку пришел. Последний день в школе. Как же круто жить, Маргош. Моя Пуся Джуся. Господи, наконец-то последний день в этой школе. Сегодня нужно запомнить совсем красивый и нереальный. Согласна. А у тебя есть фен? Да, держи. Ты его реально носишь. Последний день, и я их больше никогда не увижу. Красота! Я буду скучать! Ирина Васильевна, а мы когда-нибудь устроим встречу одноклассников? Нет, конечно! Обязательно! Обязательно! А вы будете по нам скучать? Я, по-моему, это только что... Я что, по 10 раз говорить буду? Буду! Буду, да. Всем привет! Нет, я не понимаю, ты на показ мод пришла или чего? Родители завтра в школу, понятно? Завтра? Хорошо, завтра они придут, да. Угу. Ой, сегодня! Ой, кажется, звоночек. Bye, bitch. Новое видео Ивангая. Я сейчас буду делать браслетики. Мам, купишь мне браслетик? Ну, держи. Мам, я гулять. Время 7 утра. Прикинь, у меня есть 10 рублей, мы столько на эти деньги можем купить. Погнали за сухариками. Да, Фортуна. Да, и лимонад колокольчик. Все, погнали. Привет. Пока, собака. Ой, я извиняюсь, но у Кати Клэп новое видео. В смысле пока? Чё как быстро? Так, в чего поиграть? Вот, макинатора. Паша, можно к тебе в гости? Так приходи. Так, сейчас попробуем угадать LED. Нет. Да. Привет, что делаешь? В макинатора играю. Блин, я тоже хочу. Так, чтобы не скачивать, просто перейди по ссылке в профиле. Меня забирают в армию. И сейчас многие такие. Ну да, тебе давно пора в армию. Хоть мужика из тебя сделают. А вот что, если Паша не хочет в армию? Вот куда мне такого красивого-то, а? Вот я бы сделал так, чтобы в армию шли те, кто хочет. Нет, сделай законом. А если ты не пойдешь в армию, то тебя ждет тюремное заключение. Супер крутой переход от Паши. От Волги до Енисея. Россия, моя Россия. Вы реально думаете, я пойду? А что, если я буду косить? Короче, в своем инстаграме буду показывать, как я буду косить. Но не траву. И какие последствия будут? Короче, все буду показывать у себя в сторис. Все будете узнавать первыми. Паш, я пошла. Иди. Хорошо. Закройся. Что? В смысле дверь. А. Ваня, Марина, Катя, Дима. Настя, Саша, Паша, Аня, Пуся, Джуся, Пата, свободно приходите. Сейчас затусим. О, пришли. Ты чё,